Карл Маркс. Это не передать, просто не передать, и даже нечего говорить. Это фантастика. Сюда нужно ехать только зимой, чтобы походить по льду. Летом вы тут не походите. Будет просто озеро и все. Да, природа хорошая, но зима есть зима. Вон УАЗики по льду. Мы на таком же катаемся. Сначала было, конечно, очень страшно, но сейчас уже более-менее привыкли. Вот подъезжает один. А вот эта пещера, то, что я сейчас снимала, там просто очень много людей, очень шумно. Так что всем привет, приезжайте. Сейчас покажу торосы. Это глыбы льда, их под давлением воды выталкивает, когда начинает замерзать Байкал. Тут люди, ну люди везде. Вот такие вот огромные ледышки. Видела, не могла не снять еще одно. Надя и все, смотрите, вообще здорово. Это лед, на скалах лед. Там стоят наши УАЗики, очень сильный ветер, может быть, мне плохо слышно. Вот, мы уже отправляемся есть уху из Омуля. Потихонечку. Он наша группа впереди идет. А я иду медленнее, наслаждаюсь. Лицо девушки, видите? Сейчас приближу. Забыла, блин, совсем про нее это. А, приближайся. Ну вот, в принципе, должно быть понятно. Сейчас отдаляю, это неудобно мне говорить. Есть легенда. В принципе, у них тут все такие легенды жесткие, что пришла женщина к шаману и говорит: дом хочу, как у своего мужа. Он сказал: до тех пор, пока женщины будете такими алчными, будете камнями. Превратил ее в камень. Вот как-то так. Все, мы пошли кушать. Всем пока. Только что пошла трещина, был такой звук. Блин, я даже побежала. Это было очень страшно. Ну, здесь провалиться, конечно, нет. Нереально, невозможно. Но когда ты слышишь это, все равно подсознательно тебе хочется бежать. Это старые трещины. Ну, поскольку у нас Надюша молодец, сейчас клей смонтирует еще одно место. Стою на таком льду. Он очень скользкий, скользче, чем обычный. Вот она, красота. Обалдеть. А нам готовят уху. Мы скоро пойдем есть. Видите, будет кусками. Я знаю, что Надя умеет нарезать, слепить. Потому что места очень много, невозможно все время снимать. Вот, просто хотела машины снять, показать, сколько их тут стоит на самом озере.